Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Надеюсь, вам здесь понравится, и вы найдете для себя много полезной и интересной информации. На канале «Мир рукоделия и творчества» несколько раз в неделю выходит видео на тему «Мастер-классы по вязанию», «Обучающие уроки вязания крючком и спицами», «Обзоры пряжи», Распаковка ваших заказов с пряжей и много другой информации. Подписывайтесь на канал Мир рукоделия и творчества, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале. А сегодня я предлагаю к вашему вниманию подробный мастер-класс по вязанию узора крючком для красивого палантина шарфа. Узор из мастер-класса очень универсальный и красивый узор вяжется быстро, легко и просто. Данным узором из видео мастер-класса вы можете связать красивый нарядный шарф палантин. Палантины шарфы занимают важное место в женском гардеробе. Стильные или элегантные, ажурные или плотные, яркие или однотонные. Они бесспорно способны украсить любой образ. Вязаные вещи выглядят изысканно и остаются модными вне времени. Палантины не исключение. Сегодня разнообразие подобных аксессуаров способно поразить самых искушенных модниц. Размеры, цветовая гамма, материалы не имеют ограничений. Палантин в современном исполнении используют как накидку, шаль, шарф. Этот элемент одежды актуален в любое время. Он освежит повседневный наряд, станет изюминкой праздничного образа. Особенно приятно носить палантин накидку, связанный крючком или спицами, своими руками. Изделия ручной работы уникальны, неповторимы, оригинальны и высоко ценятся. Этот красивый шарф-палантин, связанный Объемная или ажурная вязка легко вписывается во все стили одежды. С палантином в холодную, ветреную промозглую погоду ваш наряд станет теплым и еще более стильным. Вязание палантина шарфа – интересное и увлекательное занятие. Для вязания палантина лучше использовать натуральную, теплую пряжу, в составе которой шерсть, либо смешанные волокна с преобладанием натуральных материалов – сырья. Изделия ручной работы связаны из натурального сырья – шерсти, махера, ангоры. Шерсти мариноса выглядят аккуратнее, дороже и, главное, будет хорошо согревать. Палантин исполнен простым стилем вязки – Пряжа пастельных тонов хорошо сочетается с деловыми брючными костюмами и со строгим прямым платьем. Практически любую модель палантина можно использовать как головной убор в ветреную и дождливую погоду. Он поможет сохранить прическу и придаст элегантности образу. Зимой палантин выступает украшением простых, обычных курток, пальто, пуховиков. Из, но, известно множество вариантов ношения палантина шарфа. Под любую одежду можно подобрать оригинальный способ завязывания палантина. В преддверии осенне-зимнего сезона рукодельницы присматриваются, выбирают и приступают к вязанию теплых аксессуаров, таких как шарф, палантин, шаль, снуд, бактус. Вязание – это вид рукоделия, приносящий наслаждение и помогающий разнообразить гардероб уникальными вещами. Ажурный узор для палантина я буду вязать из пряжи Салабия, торговая марка производителя, пряжи Ализе, страна производства Турция. Состав пряжи 5% пайетки, 5% металлик, 10% полистер, 80% акрил. Метраж пряжи 100 грамм, 410 метров. Упаковка 5 мотков пряжи по 100 грамм. Крючок для вязания. Кловер номер крючка номер 2. Страна производства крючка Япония. Пряжу для вязания палантина вы можете выбрать по ссылкам в описании под видео в инфобоксе. Для вязания данного палантина лучше выбрать пряжу с натуральным составом сырья, такую как шерсть, полушерсть, ангора, махер. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Вязать узор я буду по этой схеме. Схема прикреплена в конце видео. В ширину у меня будет два раппорта связано. Высоту я покажу, как вязать до девятого ряда узор. Девятый ряд повторение первого ряда. Я буду вязать узор с первого по девятый ряд включительно. Для нулевого ряда набираем цепочку из 43 воздушных Петелек. Вязание нач начинаем с набора цепочки. Общее количество петелек цепочки для двух рапортов 43 воздушных петельки. Одну петельку воздушную набрала, затягиваю нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Набрала цепочку я из 43 воздушных петелек. И приступаем к вязанию первого ряда. Схема читается справа налево. 3 воздушных петельки подъема, 1 столбик с одним накидом. в третью петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием пропускаем 2 петельки цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием 2 петельки цепочки пропускаем провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием цепочка из 13 воздушных петелек Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Веерочек из трех столбиков с одним накидом вяжется в шестую петельку цепочки. Две петельки пропускаем и так далее. Провязываем до начала следующего раппорта пять веерочков. Приступаем к вязанию. После 43 третьей петельки цепочки я набираю еще 3 воздушных петельки для подъема 1 2 3 получилось у меня 46 воздушных петелек в четвертую петельку цепочки 1 2 3 4 в четвертую я провязываю 1 столбик с одним накидом накид и 2 петельки цепочки пропускаю 1-2 в третью провязываю 3 столбика с одним накидом 1 столбик и в это же основание провязываю второй столбик с одним накидом и в это же основание провязываю третий столбик с одним накидом 2 петельки цепочки пропускаю 1-2 в третью петельку цепочки я провязываю Три столбика с одним накидом. Раз, два, три. Две петельки цепочки пропускаю. Раз, два. В третью петельку провязываю. Три столбика с одним накидом. Раз, два, три. Должно получиться у нас три полных веерочка. Раз, два, три. И один половин, половинчатый, то есть половинка. Набираю цепочку из 13 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Накид. И в шестую петельку цепочки. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаю петельку в шестую я провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. В одну петельку цепочки в шестую провязала 3 столбика с одним накидом. Накид, 2 петельки пропускаю цепочки. Раз, два, в третью я провязываю 3 столбика с одним накидом в третью петельку цепочки. 3 столбика вяжутся в одно основание в третью петельку 2 петельки цепочки пропускаю 1 2 в третью петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом 2 петельки цепочки пропускаю 1 2 в третью провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Должно у нас быть 5 веерочков в ширину. Две петельки пропускаю. Раз, два, в третью провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. раз два 3, 4 5 провязала 5 элементов по 3 столбика с одним накидом с общим основанием набираю цепочку из 13 воздушных петелек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 петель цепочки пропускаю и в шестую петельку вяжу 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Раз, два, три, четыре, пять пропустила. И в шестую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Все три столбика с одним накидом вяжу в шестую петельку цепочки. Две петельки пропускаю, в третью петельку провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием 2 петельки цепочки пропускаю и в третью я провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием получилось 3 веерочка то есть три элемента под три столбика с одним накидом с общим основанием. И еще осталось связать один элемент с половинчатый. То есть две петельки пропускаю и в третью петельку провязываю два столбика с одним накидом. Закончил вязать первый ряд приступаю к вязанию второго ряда схема читается слева направо 3 воздушных петельки подъема 3 столбика с одним накидом провязываются между вот этими элементами крайним и вторым и вот в промежутке между элементами провязывается по три столбика с одним накидом 6 воздушных петелек соединяются столбиком без накида Вершину вот этой цепочки, то есть это получается в седьмую петельку цепочки. 6 воздушных петелек и между веерочками провязывается по 3 столбика с одним накидом. Получается в ширину 4 вот таких элемента по 3 столбика с одним накидом. Приступаю к вязанию второго ряда. 3 воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание и между элементами веерочками первым и вторым провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим веерочком провязываю веерочек, состоящий из трех столбиков с одним накидом. Получилось у меня два веерочка. Раз, два. Между третьим и четвертым провязываю веерочек из трех столбиков с одним накидом с общим основанием. связали 3 веерочка. Раз, два, три. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. И присоединяю в седьмую петельку цепочки. Я буду присоединять не в седьмую, а вот таким образом. То есть в вершину цепочки из 13 воздушных петелек я провязываю один столбик без накида. То есть он мне получается свободно перемещается и влево и вправо. Вы можете провязать по схеме в седьмую петельку цепочки, то есть отсчитываете здесь 6 первых петелек и в седьмую провязывайте 1 столбик без накида. либо можете вязать по моему варианту набираю цепочку из 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 и между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим веерочком первого ряда провязываю 3 столбика с одним накидом с общим Основанием. Между третьим и четвертым веерочками первого ряда провязываю третий элемент из трех столбиков с одним накидом с общим основанием. Между 1, 2, 3, 4, четвертым и пятым веерочком первого ряда провязываю элемент из трех столбиков с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяю при помощи столбика без накида вершину цепочки из 13 петелек первого ряда. Вы можете отсчитать 6 первых петелек и в седьмую петельку провязать 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. Между первым и вторым веерочком провязываю три столбика с одним накидом. Раз, два, три. Между вторым и третьим веерочком первого ряда провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. Между третьим и половинкой четвертого провязываю веерочек из Столбиков с одним накидом с общим основанием и заканчиваю я ряд, провязываю один столбик с одним накидом в третью петельку подъема. Приступаем к вязанию третьего ряда. Схема читается справа налево. 3 воздушных петельки подъема и в вершину столбика с одним накидом второго ряда провязываем один столбик с одним накидом между первым и вторым веерочком провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом между вторым и третьим веерочком второго ряда провязываем второй элемент из трех столбиков с одним накидом шесть воздушных петелек и в пятую Петельку цепочки провязываем 1 столбик без накида. В вершину столбика без накида второго ряда провязываем 1 столбик без накида. вершину, то есть в цепочку первую провязываем 1 столбик без накида. 6 воздушных петелек. И далее вяжем веерочки между элементами второго ряда. Третий ряд воздушных петельки подъема и в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом между первым и вторым веерочком второго ряда провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в пятую. Так, если у нас здесь было 6 воздушных петелек, то мы в последнюю петельку цепочки провязываем один столбик без накида. В вершину столбика без накида провязываем один столбик без накида. В первую петельку цепочки провязываем один столбик без накида. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Между первым и вторым веерочком провязываю Веерочек, состоящий из трех столбиков с одним накидом. Между вторым и третьим веерочком провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. Между третьим и четвертым веерочком веерочками провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. Получилось у нас в ширину 3 веерочка из трех столбиков с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в последнюю петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. В вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида в первую петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 между первым и вторым элементом веерочками провязываю 1 веерочек состоящий из трех столбиков с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим веерочками провязываю элемент веерочек состоящий из трех столбиков с одним накидом с общим основанием и заканчиваем ряд в петельку третью петельку подъема предыдущего ряда провязываю два столбика с одним накидом провязали три ряда. Четвертый ряд. Схема читается слева направо. 3 воздушных петельки. И между первым и вторым провязываем веерочек из трех столбиков с одним накидом. Тут принцип вязания такой же в шахматном порядке, и уже провязывается 5 столбиков без накида. Такой вот паучочек. 3, 6 воздушных петелек. 5 столбиков без накида, 6 воздушных петелек. И уже количество элементов из вирков сокращается с 3 на 2. Приступаю к вязанию четвертого ряда. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание. И между половинкой верочка и вторым провязываю один элемент из трех столбиков с одним накидом. Такой вот первый веерочек провязала. Между вторым и третьим веерочком предыдущего ряда провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петель Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В последнюю петельку цепочки провязываю один столбик без накида. Далее в вершину каждого столбика без накида провязываю по одному столбику с одним накидом. То есть в каждую вершинку столбика я провязываю по одному столбику. У меня получилось три столбика без накида. В первую петельку цепочки я провязываю одну, один столбик без накида. Всего получилось 5 столбиков без накида. 6 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом. 1 2, 3. Между вторым и третьим провязываю еще три столбика с одним накидом с общим основанием получилось у меня в ряду два веерочка по три столбика с одним накидом цепочка из шести воздушных петель раз два три четыре пять шесть и в последнюю петельку цепочки провязываю первый столбик без накида далее вяжу в вершину каждого столбика без накида Предыдущего ряда по одному столбику без накида. Три, еще три столбика без накида провязала, и в первую петельку цепочки провязываю пятый столбик без накида: 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между первым и вторым верочком предыдущего ряда провязываю 3 столбика с одним накидом между вторым и третьим веерочками провязываю еще три столбика с одним накидом и заканчиваю вязать вершину то есть третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом связали 4 ряда. Пятый ряд. 3 петельки подъема. Раз, два, три. И в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 6 воздушных петелек раз два три 4 5 шесть и уже тоже в последнюю петельку цепочки провязываем первый столбик без накида в, в каждый столбик без накида предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом по одному столбику без накида получается здесь вот я провязала 5 столбиков без накида и в петь в первую петельку цепочки провязываю 7 столбик без накида то есть 7 столбиков без накида 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 между первым и вторым веерочком провязываю Верочек из трех столбиков с одним накидом. Раз, два, три. Шесть воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в последнюю петельку цепочки провязываю один столбик без накида. Второй столбик без накида. Третий столбик без накида. Четвертый столбик без накида. Пятый столбик без накида и шестой столбик без накида я провязала вершину столбика без накида предыдущего ряда в первую петельку цепочки провязываю седьмой столбик без накида 1 2 3 4 5 6 воздушных петель цепочка и между первым и вторым верочком провязываю еще один элемент состоящий из трех столбиков с одним накидом с общим основанием заканчиваю вязать в третью петельку подъема я провязываю 2 столбика с одним накидом раз два шестой ряд Три воздушных петельки подъема раз два три и между половинкой веерочка и смежным провязываю 3 столбика с одним накидом. В первую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4 5 6 Теперь мы сокращаем количество столбиков без накида в каждом ряду количество уменьшаем на 2 столбика без накида то есть первый столбик без накида предыдущего ряда мы пропускаем а вяжем первый столбик без накида в вершину второго столбика без накида предыдущего ряда 5 второй столбик без накида третий столбик без накида, 4 столбик без накида и пятый столбик без накида. Последний столбик без накида пятого ряда мы оставляем без внимания то есть здесь ничего не провязываем. 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и в последнюю петельку цепочки, Провязываю три столбика с одним накидом раз. Два. Три. И после веерочка в первую воздушную петельку провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. Раз, два, три. У меня получилось, если в пятом ряду был один веерочек, то сейчас количество веерочков увеличилось. Получается два. Мы идем, вяжем узор на расширение. На увеличение количества веерочков. 6 воздушных петелек 1, 2, 3, 4, 5, 6. И первый столбик без накида провязываем в вершину второго столбика без накида 5 ряда. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида, пятый столбик без накида последний столбик без накида пятого ряда оставляем без внимания. То есть ничего сюда не провязываем. 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в последнюю петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. между веерочками провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. И заканчиваем вязать. В третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом. Седьмой ряд. Три петельки подъема. Раз, два, три. И вершину первого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом с, общим, с общей вершиной. В первую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первый столбик шестого ряда я пропускаю. И во второй столбик без накида в вершину столбика я провязываю. Первый столбик без накида. Далее вяжу второй столбик без накида в следующий столбик. И третий столбик без накида. Последний столбик без накида шестого ряда я пропускаю. 6 воздушных петель раз 2 3 4 5 6 и в последнюю петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом 1 2 3 между веерочками вяжу 3 столбика с одним накидом 1 2 три. В первую петельку цепочки провязываю три столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Шесть воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И Пропускаю первый столбик без накида и вершину второго столбика без накида провязываю первый столбик без накида. Далее в каждый столбик вяжу по одному столбику за исключением последнего. Первый столбик с одним накидом, второй, третий, провязала 3 столбика без накида. Последний столбик без накида предыдущего ряда оставляем без внимания: 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в последнюю петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Между веерочками, первым и вторым, провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. И в третью петельку цепочки подъема провязываю Два столбика с одним накидом. Раз. Два. Довязали до конца седьмой ряд. Приступаю к вязанию восьмого ряда. Три воздушных петельки подъема. Раз, два, три. Разворачиваю вязание и между веерочками. Вяжу 3 столбика с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием в первую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. цепочка из 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 первый столбик без накида я пропускаю предыдущего ряда и во второй столбик провязываю один столбик без накида 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 в последнюю петельку цепочки провязываю 6 столбиков с одним накидом. Раз. То есть, простите, 3 столбика с одним накидом. С одним основанием 3 столбика с одним накидом. Между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом. С общим основанием. Между вторым и третьим веерочками Провязываю 3 столбика с одним накидом, в первую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием в одну петельку провязываем все три столбика. Получилось 4 веерочка раз, два, три, 4 шесть воздушных петелек раз, два, три. 4, 5, 6. И в вершину второго столбика без накида провязываю один столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. И в последнюю петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Между первым и вторым веерочком Верочками провязываю 3 столбика с одним накидом. Между вторым и третьим верочками провязываю третий веерочек, состоящий из трех столбиков с одним накидом. И заканчиваю вязать восьмой ряд. В третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом. Сейчас я вам покажу, каким образом вяжется девятый ряд. Девятый ряд это повторение первого ряда. И далее я уже свяжу узор за кадром и покажу вам, что у меня получилось в результате вязания узора, состоящего из двух рапортов в ширину и двух рапортов в высоту. Вяжем девятый ряд по схеме воздушных петельки подъема и в вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием между вторым и третьим веерочком провязываю три столбика с одним накидом. В первую петельку цепочки провязываю веерочек из трех столбиков с одним накидом с общим основанием. Набираю цепочку из 13 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Последнюю петельку цепочки, то есть предыдущего ряда, провязываю веерочек из трех столбиков с одним накидом. Раз два, три. Между первым и вторым провязываю веерочек из трех столбиков с одним накидом. Между вторым и третьим веерочками провязываю три столбика с одним накидом с общим основанием. Между третьим и четвертыми веерочками Провязываю еще три столбика с одним накидом. Раз, два, три. И в первую петельку цепочки провязываю три столбика с одним накидом. Раз два три получилось у меня в ряду раз два три четыре пять пять веерочков вяжу цепочку из тринадцати воздушных петелек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать и последнюю петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Вот таким образом. Между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. между вторым и третьим веерочками предыдущего ряда провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием. Между третьим, после третьего веерочка. Так, вот у меня здесь получилось 3. Так, здесь вот в третью петельку подъема провязываем После третьего верочка предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом. Все, закончили вязать 9 ряд. Это получилось у нас 9 ряд начала второго раппорта в высоту. Сейчас я свяжу продолжение узора по схеме до конца получается, второго рапорта в высоту за кадром. И покажу вам. Дала я образец узора. 16 высот... рядов в высоту. Два рапорта у меня в высоту связано и два рапорта в ширину. Вязала вот по этой схеме. Схема в конце видео. Пряжа для вязания узора у меня была использована стопроцентный акрил. Вязала крючком номер два. Пряжа содержит люрекс и пайетки. К сожалению, отпарить данный образец я не могу, так как акрил не рекомендуется отпаривать. И покажу вам замеры образца на... без отпаривания. Высота образца из 16 рядов 2 рапорта высоту 12 сантиметров. Ширина вязаного образца из двух рапортов 16 сантиметров. Данным ажурным узором вы можете связать не только шарф палантин снуд, а также его можно использовать для вязания кардигана, жилета, топа, кофточки и также для других целей. Узор вяжется очень легко, просто и довольно-таки он милый и симпатичный. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, а также другой очень полезной и ценной для вас информации. Я думаю, что каждый из вас найдет для себя что-нибудь интересное на моем канале. С вами была Елена. Всем пока-пока, до новых встреч.